канал Cyrifox. Очередной выход у нас на лед, который пока еще есть. Вот. Попробуем ловить сегодня плотвичку. Середины марта, льду еще стоять на вскидку месяц, ну, недели три где-то максимум, может, месяц. Дальнейшее времяпрепровождение на льду станет больше не отдыхом, а опасным времяпрепровождением. Помните то, что ни одна рыба не стоит ни вашей жизни, ни вашего здоровья. Я так думаю, большинство из вас ждут дома. Ну и, как обычно, попробуем закормиться. В этот раз купил живого мотыля мелкого. Много-много-много-много прикормочки. Вот, не стал я делать сухари, купил прикормки. Попробую закормиться в магазине прикормки, посмотреть, что из этого выйдет. Ну и надеюсь, если это видео просматриваете, я так думаю, в принципе, должно что-нибудь хотя бы получиться. Если с платком не срастется, тогда перейдем на безмотылку и под берег будем смотреть, искать окуня. Взял с собой балду, обкатаем ее еще раз, попробуем. Будет, не будет. Поехали!
друзья, вот и отловился я. Ухожу, поймал 3 плотвички. Пробовал на безмотылку под берегом ловить. По результатам ни одной поклевки. Народ приходил, рассказывал то, что с других, ну, скажем так, с этого же водоема, только с другого места, под берегом ловит окуня некрупного. Вот. Поймал 3 плотвички, отпустил я их обратно, дабы толку от них никакого. Не пожарить, ничего и так далее. Пусть растут, приносят потомство рыбья. Вот. Ну и надеюсь, вот через 3 они мне попадутся. Вот. Кормил прикормкой Дунаев, кормил мелким мотылем, ловил на крупного мотыля. Было в поклевке на 4 на мормышку. И все безрезультатно. Всю рыбу поймал, все эти плотвички была пойман на поплавочную удочку. Вот. В принципе, все. Народ пингвинит, ходит зад-вперед, но результат как такового это особо не приносит. Ну, в итоге я замерз, решил, что пора собираться, попил чаю на дорожку, собрался и поехал домой. Все, всем удачи, удачных рыбалок, берегите себя. Помните, сейчас скоро уже будет последний лед. Аккуратней будьте, соблюдайте правила техники безопасности, поведения на льду. Не лезьте куда не надо лезть, ни одна рыба не стоит ни вашей жизни, ни здоровья. Вот. Все, всем удачи, удачных рыбалок, не хвоста, не чешуй.